Всем привет! Специально по заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор силиконовой приманки Madness Baku Retail 86. Фирма Madness делает очень классные и самобытные приманки. Выпускается данная модель в размерах 86 и 110 мм. Ну и в данном обзоре поговорим о приманке в размере 86 миллиметров. Что она из себя представляет? Это виброхвост, имеющий очень оригинальную треугольную форму. Как можно видеть, тело приманки ребристое, благодаря чему игра становится очень живая у данного виброхвоста. На спинке можно видеть небольшие вот такие вот углубления. Для чего это углубление необходимо? Оно показывает, где нужно выводить офсетный крючок. А с данной приманкой я, например, рекомендую использовать офсетные крючки в размере 1.0. Вот. Ну и, соответственно, при использовании офсетного крючка он будет меньше выпирать, когда попадает в эту ямку. Также ближе к хвостику имеется также небольшая ямка. Опять же, сделана она не просто так, а для того, чтобы улучшить игру пяточки. Пятка узкая, удлиненная. При проводке приманка поворачивает хвостиком где-то градусов на 140. Данная приманка выпускается в размерах 86 и 110 мм в 26 цветах. Есть как и фиолетовые цвета, так и кислотные, натуральные расцветки. Причем все расцветки, они имеют полупрозрачное брюшко. То есть, если вы посмотрите на просвет, то увидите, что брюшко у приманки такое вот прозрачное. Вес данной приманки составляет 3,2 грамма. Как я сказал, лучше оснащать данную приманку офсетным крючком. Данную приманку активно использую, когда ловлю летом на озерах. Использую джиг чебурашки в размерах от 6 до 14 грамм. Данная приманка отлично показала себя как по щуке, так и по окуню. В пачке идет 5 приманок. Приманки сделаны в Японии. Используется фирменный аттрактант фирмы Madness, который называется Bakuro. Можно видеть, что есть в упаковке небольшое его количество. Призвано оно для того, чтобы данные приманки не сохли и, соответственно, сохраняли свои уловистые свойства как можно дольше. Поэтому рекомендую все-таки данные приманки держать в родной упаковке. Причем упаковка качественная, зип-замок качественный. Отличная приманка, очень уловистая. Попробуйте, и она вам обязательно понравится. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!